Я руковожу студией, маленькой за студией. Мы работаем под музыку, иногда долго сидим, по несколько часов. Показываем я им мастер-класс. Сейчас выставка небольшая, пробная. Мы ее назвали «Полет над диваном». Долго смеялись, думали, что это не пройдет. А потом поняли, что лучшего названия не найти. Поскольку девушки с учеными степенями отдают свое свободное личное время творчеству. И можно только удивляться, насколько наши женщины талантливые. Все настолько разные, и моя задача – оставить каждой ту индивидуальность, которую они и в себе, в душе имеют, держат, и ни в коем случае не испортить, не поставить их в рамки какого-то там определенного условия рисунка, правильности, грамотности. Этого у нас нет. Девушки мои посылают работы в Испанию, в Грецию, и у них к ним приходят дипломы, даже есть первые места. Очень рады мы, что наша мастерская наконец имеет возможность выставить свои работы. Нам помогло Министерство культуры города, Министерство культуры области в этом. И это событие для нас имеет очень большое значение, потому что художник обязан выставлять свои работы на просмотр людям. Планы у нас большие. Пока я не художник, они обещали меня научиться рисовать. Научим. Вот, хотя я в детстве рисовал только танки и самолеты. Ну, куда деваться было парню. Вот, поэтому у нас большие планы на будущее. Мы будем готовиться к выставке, которая будет у нас в октябре месяце в здании областной думы. Если перефразировать одну пословицу, без художника нет добра. Он пропускает видение своего предмета или объекта, или природы через себя. И он выражает это в своих творениях. Поэтому у нас Саратовская область богата талантами.